друзья! Рады приветствовать вас на внутривузовском конкурсе композиции, который становится уже традицией и проводится второй год подряд. Члены жюри: Савина Людмила Владимировна, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, проректор по научной работе, заведующая кафедрой теории и истории музыки. Поповская Ольга Ивановна, кандидат искусствоведения, профессор, проректор по учебной работе. Бутаков Леонид Викторович, дирижер камерного оркестра Астраханской государственной филармонии, преподаватель Астраханской государственной консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов, член Союза композиторов России и член правления Астраханского союза композиторов. Мы начинаем конкурсное прослушивание. Магомедов Рамазан. Первый курс. Эстрадно-джазовое отделение. Авторская песня «Я был сыном». Чтобы было слышно, я без подключения, наверное, на сцену залезать не буду. Шабали Никита, третий курс, отделение духовых инструментов, квартет для фортепиано и трех скрипок, до мажор.
Богданов Антон, третий курс, отделение фортепиано. Прелюдия соль диез минор, прелюдия и фуга ля минор.
отделение фортепиано. Тот, кто ждет. Здравствуйте. Прежде чем приступить к прослушиванию, я хочу рассказать немного о сюжете, потому что моя мысль весьма необычная. Вот. Я написал саундтрек к рассказу одного известного писателя Рэя Брэдбери. Собственно, его произведение называется «Тот, кто ждет». Это небольшой рассказ. Вот. И сейчас я вам зачитаю вкратце сюжет. Астронавты из Земли совершают посадку на Марс. И с помощью музыки я показываю холодную и безжизненную планету Марс и готовлю слушателя к тем драматическим событиям, которые будут впереди. Астронавты выходят на поверхность и изучают, собственно, его ландшафт, окрестности Марса. Вот. Но Марс не такой необитаемый, как кажется на первый взгляд. В колодце недалеко от приземлившегося корабля обитает нечто. Нечто бестелесное, но способное размышлять о том, кто он, о смысле своего существования, зачем он на этой планете. Дальше астронавты, изучая планету, приближаются к этому колодцу и решают взять оттуда пробу воды. Забыв осторожность, один из астронавтов делает глоток, и ему становится мгновенно плохо. Дух, обитавшего в колодце, начинает захватывать их разум одного за другим, и, собственно, все члены экипажа погибают в конце. Ну и заканчивается произведение тем, что размышлениями этого нечто, о смысле его существования. И вот дальше я хочу спросить, у меня вся композиция идет 25 минут, в общем, 6 композиций на 25 минут. Позволят мне показать все, или я выберу хотя бы 3 из них? На выбор, да? Все, хорошо. Так, сейчас 1 минуту. Thank you.
Тимского Вячеслава, 4-й курс, народное отделение. 2 пьесы. У меня будет 2 пьесы, одна для фортепиано, одна для фортепиано с голосом. Но голоса нет. Это пьеса на стихи Некрасова, у него есть такой стих, «Гробок» называется. Я вам сейчас его сочетаю небольшой, чтобы там скрипка голос заменяет. Стих такой: вот идет солдат под мышку, детский гроб несет детинушка. На глаза его суровые слезы выжила кручинушка. А как было живо дитятка, то и дело говорилось, чтоб ты лопнула, проклятая, это зачем ты родилась? Thank you.
был такой, что называется карантин. И из этого, что произошло у нас в общежитии, я жил один в одну комнату, и все границы закрылись. Это от моей жизни такого было. И произошло того, что надо жить 2 месяца почти один. И реально я жил 2 месяца, реально один, без никого. И был моя комната 405, был одна пианино, на нее я всегда занимался. И не играл ни специальность, ничего не играл, кроме одну музыку. Одна композиция. Я не знал, как можно ее назвать. Я хотел ее назвать как соната, потому что, просто я не знаю, как формы соната. Поэтому я хочу ее назвать скучность или скучно, потому что это все повторяется. Одна тема в 3 частях. Надеюсь, что это вам понравится.
Фантазия на тему Гершвина. Слова песни нагайской поэтессы Салимет Марубаева.